Всем привет, меня зовут Костя Андреев, и мы только что сняли Give a Bike, и уже сейчас продолжаем нашу рубрику из этого чудесного, замечательного скейт-парка. Ладно, а теперь бытовуха. Прямо вот дейли. Мы будем просто кататься, угорать и пробовать, умирать. Возможно, выживем. Если выживем, то в ближайшие дни с ним будем еще снимать. Если нет, то нет. В общем, Аксен, знакомьтесь, вы уже знакомы. Ну и ладно, вон он. Что за бенгер? Ну, в общем, он самый модный в этой школе. Привет, ребят, сегодня с вами Константин Андреев, Аксен и остальные ребята, которых имена я помню, но говорить не буду. Будут сниматься в этом блоге. В общем, мне кажется, все видосы отсюда будут называться «Психушка», и это «Психушка. День первый». Знакомьтесь. Она там в фокусе? Она хотя бы снимает, уже хорошо. Смотри, я тебе подскажу, вот тут крутить надо. Вот где, так. Где? Подожди. Вот так. Ну покажи мне, покрути. Ну, да. Давай. Ага. Вот так. Это зум, наверное, был, да? Да, это был зум. Ладно. Все, я разобрался, и ага, у меня получается. Супер, супер. Да, ты на, держи. Какой первый трюк? Ну, я слышу, что ты круто катаешься. Ну, не знаю, не мне судить, на самом деле, но... Да... Флэйр, да, давай флэйр. Давай флэйр. А попробуй, погоди, Диман, да. Диман, возьми шлем. А, да. Давай. Блин, ты серьезно? Чего, блин? Серьезно? Блин, братан, вообще, я не ожидал, я не ожидал такого. Слушай, ну я, блин, 10 лет катаюсь. А ты это трюки с пуджемами умеешь? Ну, типа... Не, нормально, если постараешься, то сделаешь, а? Ну, вообще, я делаю, типа, вот этот трючок, который ты делаешь. Какой? Ну, смотри. Блин, даже ты... А что будет-то? Мне кажется, будет бэнд. Давай. Чё? Диман! Диман! Просто! На! До свидания! Всё. Я бросаю кататься. Всё. Не только видосы снимать умеем. Я думал, еще будет выпуск, где Пашка покажет свои скиллы. Пашка там разносит тоже вообще нормально. Ты знал, что он такой талант вообще? Он говорит, баник могу, на бордюр на такой. А в парк мы ни разу не заезжали, а вот приехали, и он показал. Нормально приехали, да? Тихо, мам, эти черти воются, я бич. Ладно, ну на фанбоксе ты крутой, реал, а в квотере крутой. Давай, знаешь что, давай сделаю бар на дабл на opposite day sweep. Чего? Ну не, он решил сделать бар на дабл пэк на opposite day sweep. Давай, Диман. Блядь, Диман, ну я такие трюки не умею, Дим! Что за жесть вообще? Что он жрет, чтобы делать такие вещи, а? Ну он крупненький, ты сам видел. Ну это просто капец. Митька у нас вырос, нормально. У меня нет слов. Блин, мэн, я вообще в ахере, ты год не катался. Да. Ты год не катался на спиде, так закрываешь. Ладно, отдай. Митя, надо выйти. Дима Леньков написано. Да мне уже страшно, тебя реально сейчас возьмут, если увидят твои кадры. Этот блог не выйдет в свет. А ты научишь меня чему-нибудь? Слушай, ну это, в школу записывайся ко мне, вот провожу уроки. А сколько стоит? Слушай, ну индивидуальный подход, там, смотря что хочешь. Не, я могу и в группе заниматься, мне не нужен индивидуальный. Мне главное просто, ну, хоть чему-то научиться. В Чихану вечером хочешь ходить? Хочу. Ну, вот, тогда договоримся вне съемок. Старый извращенец. Кто еще старый? А кто? Сколько тебе? 18 лет. А? У меня не получается. Что за я дрифт? Обычно с первого что раза... Что за дрифт был, блядь? Я обычно с первого раза сделал, но максимум со второго, а тут на камеру работы не получается. На камеру не работать, на камеру кайфуй, брат.
Кайфы на камеру. Кайфы на камеру. Я не могу так, как ты, знаешь, вот ты взял шлем, типа говоришь, снимаешь, снимай, и просто начинаешь трюки с первого раза. Я стильный, я знаю. Я знаю, что ты стильный, чувак, но это типа не стиль, это контроль какой-то божественный. А еще я крутой. Естественно, Мить, ты самый крутой. Сейчас просто чуть не случился естественный отбор. А чё он? Куда он лезет? Куда? Блядь, две пеги на бег. Ну куда ты лезешь? God damn. Естественный отбор, как бы Паркер сделал быстрее немного. Ладно. Видали, да, с третьей попытки? Чисто с первой, просто... Не-не-не, с третьей, мы сказали с третьей. Да, давай, с чисто с третьей. Мэнди, вообще пушка. За нами, типа... Как думаете, у Аксена есть какой-нибудь контракт с Максом Чуприной? Переманим его? Ну, Кэтфиша его. А? А что, думаешь, он не все шутки нам выдает, да, типа? А? То он нам не все шутки выдает, получается? Не-не, видно, что он сдерживается, ну, типа, такой. То есть, типа, все-таки контракт? Ну, он, типа, в гостях, не дома. И есть такое, да. И, типа, да, видишь, он даже трюк как-то не старается делать, то есть... Да-да, типа, он, ну, он намекает на то, что... Да, ну, типа, ну, конечно. Ну, видно, да, типа, что он как-то вроде хорошо к нам относится, готов снимать с нами, и вроде как даже весело, но... Сколько тебе платят, Аксен? 25 тысяч рублей в день. Что? 25 тысяч рублей в день. Ну это мне платит мама? Не, а мы про это... Про твоего бывшего работодателя. Про твой футбольный клуб тот, который из которого ты. Чего? Мне кажется, сейчас все стало понятно, пацан все-таки пришел Одумался. Одумался. Ну давай просто Мэнлор Лайт. Да. Первое, реально первое. Аксен, закажи мне трюк, пожалуйста. Закажи мне трюк. Ладно, давай, чтобы честно, тогда в Анете на даблпэк проскользить всю. Ну, на Хавка бар или Хавка вип, ну, смотря как какой-то жаден. Ладно. Короче, Аксен понял, что дабл на хард вип далеко не хард. Да, это хард изи вип. Поэтому? Я сделаю его прямо сейчас. Да. Ладно, все, если Костян делает с первой попытки, я делаю за ним. Ну, он хотя бы попробовал. Я причем решил толкнуть лыб только потому, что я услышал, что он сказал. Вам скучно, да? Если даже... Димке скучно, то вам, наверное, вообще. Смотри, он берет. Ну, это будет, наверное, первый часовой выпуск. Сколько у нас рекорд? Самый длинный ролик. 24 минуты, наверное, да? Оксан, ты можешь просто с первого раза сделать? У нас выпуск получается очень длинный. Да без проблем. С первой, как и просил. Давай, Костя. Все-таки он за Россию нашу матушку катается. Понимаешь, у меня флешка на 2 часа уже забита. Это сколько тебе работы? Это завтра у нас выходной, а у тебя рабочий день. Жалко тебя, конечно. Ну ничего страшного, ты за это... Ты что, за это получаешь? Кушаю бесплатно. Ну, конечно. Судя по всему, ты вообще за всех там доедаешь. Я не буду врать. Со второй попытки. Ладно, давай, быстро, быстро, трюки, беги, беги, Дима. Давай, 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 давай.
всем чикенбаристам чикенбар. Я надеюсь, вы понимаете, насколько мы устали? Мы уже еле на великах стоим. Уже очень тяжело. Ага. Уже хочется корочки от пиццы доедать, поехать. Да. Блин, Домино, спонсируй меня, пожалуйста. Что? Маргариту люблю. А, мне Маргарита? Тоже, пожалуйста. Маргарита. Можно маленькую, 20 у вас там сантиметров. У нас есть 90-90 Маргарита. У меня нет. Первое совместное видео и второе совместное видео. И если бы было чуть больше сил, мы бы сняли третье совместное видео. Времени. Это настоящий фит, чуваки. Это фит. Блин, жалко, Кэтфиша с нами нету, но он в тюрьме. Я знаю промокод 50% до минус. Сегодня последний день, наверное, работает. Какой? RS5000. Все, а теперь можно... Оксан, спасибо тебе, вообще было очень круто. Спасибо, что познал. Очень весело. Это, мне кажется, не конец. Еще увидимся, конечно. Да, так что спасибо за просмотр. Это была «Психушка», часть первая. Всем пока.